И снова здравствуйте. Новая история. Когда мальчику Монти было 16 лет, им в школе задали задание написать сочинение на тему, как они видят свою жизнь в дальнейшем. Мальчик подошел к этому делу очень ответственно. У него была мечта. Он хотел, чтобы у него было ранчо. И в своем сочинении он описал это ранчо, что оно будет обязательно размером 20 гектаров. Он даже нарисовал план, где какие постройки будут, где конюшни, где сараи, где другие надворные постройки. Он даже нарисовал план своего дома, который получился у него не меньше 1000 квадратных метров. Он отнес это сочинение в школу. Через 2 дня он получил результат, открывает тетрадь и смотрит, что там стоит огромная жирная красная 2 и небольшая запись от учителя. Останься после уроков. Монти остался, дождался учителя, и учитель ему говорит: какое ты сочинение написал? Это же нереально. Для того, чтобы было такое раньше, нужно очень-очень много денег. А у тебя их нет. Ты растешь в достаточно бедной семье. Но откуда у тебя будет раньше? Так что давай забирай свое творение, напиши более реалистичное сочинение, и я тебе поставлю другую оценку. Монти взял свое сочинение, пошел домой и решил спросить совета у отца. Отец выслушал и сказал ему: послушай, Монти, здесь я тебе не могу дать совета. Решай только тебе. И я думаю, что это решение будет очень важным для тебя. Монти думал целую неделю. В результате он пришел к учителю и принес то же самое сочинение. И сказал ему: отдавай сочинение в руки. Это моя мечта. Вы можете себе оставить свою 2, а моя мечта останется со мной. Прошли годы. Монти повзрослел. И вот мужчина поворачивается к своим слушателям и продолжает дальше. И у этого мальчика Монти большое ранчо, на котором вы сейчас гостите, оно действительно составляет 20 гектаров. Вы живете и гостите сейчас в моем доме, которое 1000 квадратных метров. И что самое интересное, 2 года тому назад мой бывший учитель здесь тоже гостил. Он привозил сюда учеников, и они отдыхали на моем ранчо. И вот однажды, уже перед отъездом, учитель подошел ко мне и сказал: Монти, прости меня. Только сейчас я понял, что когда ты учился в школе, я был вором детских мечтаний. Сколько детских мечтаний я украл. Я очень сожалею об этом. Но я горжусь тобой, что ты смог отстоять свою мечту. И вот в моем доме, где вы сейчас находитесь, мое сочинение висит в рамочке над камином. И я следую за своей мечтой. Не позволяйте никому красть свою мечту. Следуйте за своим сердцем. Я желаю вам всего хорошего.